но год и Первой мировой. Для прохождения торжественного марша, для перестроения. Направь! Сейчас начинается. Направь! Раньше было плохо. Это победные близкие операции, какие-то подгубительные сражения. Галицийская битва, Варшавская и Ленинградская операция, бой под Лопатце, битва за Карпаты, падение Перемыслия, Царьковская, Эрзерунская и Братинская операции, Брусиловский прорыв, оборона крепости Азарет. Я думаю, что уже обратно не будет.